И всем привет, ребята, меня зовут Макс, и я продолжаю снимать рубрику «Игры моего детства» на моем канале, это уже юбилейная 40-я часть. И сегодня мы завершаем, будем заключительный уровень игры «Сэмпатрон 1». Жмем «Контент», я почему-то тут сбросился 5 уровень, хотя я помню, что проходил 5 уровней, то есть правильно, я 3 уровня прошел на 3 звезды, черт, у меня не получилось, вот берем 5. Ну ладно, в любом случае, я сегодня уже выйду с 5 в таком случае по 10, ничего в этом страшного в принципе нету. Да, опять забыл сегодня днем выложить рубрику. Да, я дико извиняюсь, что-то в последнее время стал забывать. На той неделе забыл. Но я постараюсь завтра сразу две таких серии отснять. Как бы за ту субботу. Постараюсь, по крайней мере. И выложу. То есть один я ролик выложу часов 12, наверное, дня. А второй, возможно... Ай, больно. Ноу! Нет! Как мне это сдохнуть срочно. Убейте меня, убейте. Не катит, я хочу сундук забрать. Блин, тогда начинаем заново, потому что сундук я не хочу пропускать. Хотя погоди, по-моему, я вспомню, по-моему, по какой-то причине, по-моему, я по-моему это не прошел. Я теперь вспомнил. А по-моему хотел пройти, но почему-то не прошел. Тура не сказал, что типа мы допройдем, типа, по-моему, в следующем видео или нет. В общем, ладно. Уже как есть. Короче, сейчас просто допройду сейчас, да и все. Перепройду этот уровень. И. Сдохни. Мне буквально одно хп осталось. Так, все хорошо. Ай, больно. Отлично. Ну, сейчас попробуем пройдем. Вот это, в принципе, он довольно-таки простой. Да-да. Ай! Нет, меня убили! Давайте что-нибудь тут купим. Можно автомат купить, так на окна потрошки. Все, как по полной прям закупились. Все, ну вот так сделаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Рано мне падать. Ай, не-не-не-не-не. Не надо, я падать точно не хочу. Даже интересно, что за босс будет. Я там немножко проходил игру, даже помню, что-то до конца, но я уже давно, это очень давно было. Я уже не помню. Поэтому по-быстрому сейчас пройдем этот уровень сами. Ну, короче, я не знаю, чего он сбросился, я вроде бы проходил его. Я
Так, тут надо опять, наверное, я так понимаю, нам... Ай! Блин, валим, чтобы не взорваться. Ну, понятно, что по времени я уже все равно не успею. Но говорю, я хочу просто пройти игру, то есть... В таких играх я не принципиально сделать ачивки. Если бы я делал это на стриме, может быть, я бы делал все ачивки. То есть там отдельно на время и отдельно что-то еще. Я бы что-то вот подключил, что-то бы уже пробовал. Так, хорошо. Блин. Так, блин, отходим. Так, даже там что вообще? А, там сундук есть. То есть я сюда не зря пошел. А! Я даже забыл про этого. А, все, он со мной уничтожился. Что-нибудь. Давайте тут закупимся чем-нибудь. Ну, патрошки давайте. Давайте прям все тут закупимся. Все, денег больше нет у меня. Ага, ну ладно. А все, 127 патронов. Ну, для босса, я думаю, это хорошо будет, когда буду босса побеждать. Надеюсь, босс будет не очень сложным, а то я не хотел бы на нем пол вечности просидеть. Так, ну тут, по-моему, почти конец уровня уже. Дубль килл. Блин, я бы хотел бы туда подняться по-хорошему. Ё-моё, ну поднимись ты. Вот, тут надо с разгончика. Вот не помню, деньги сохранятся здесь или нет. Вот, тут на Е можно точно. Блин, денежки мои. О, я их прям в кассе не подобрал. Так, все, берем шестой уровень. Так, хорошо. Так, секунду. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ух ты, 70 баксов. Но мне пока не хватит. Ну, на крайний случай, там уже с боссом. Я думаю, что мне для босса даже этого оружия вполне хватит. Ай, тихо. Thank you.
Ай, больно. Так, хорошо. Блин, оно все раскидало. А, как меня убили? Как? Чё так далеко? Хотя там сундук был, его можно как-то забрать? Мне надо, просто хп мало было. Ладно, там надо, по-моему, сверху можно его забрать. Сундуки я бы просто обычно все забираю. А, все по идее. Тут я всех убил. Ну все, да, нормально. Теперь надо только нам на лифтик. Опять-таки через низ это делаем. Так, по идее, 6 или 7 уровень, я не помню. Так, хорошо. Для босса, мне кажется, то хватит. Смотри, какой будет босс. Тут, по-моему, или полоска хп тут такая у него будет. Я не помню, какой там босс. Но я надеюсь, я на нем не буду полвечности сидеть. Знаете, просто долго мне тоже не хочется, как бы. Длинная дорога. А! Опять она поломала. Еще одна такая. Один. Ну там вроде та пушка 70 стоит. Не знаю, насколько она хороша по сравнению с той, что у меня. Ой, миссия какую-то прошел. Я, конечно, так и не купил нового оружия. Вот в чем проблема. Так. О, трипл килл. Подожди, а если наверх пойти сейчас? Вот там даже закупиться можно, мне надо сейчас срочно наверх идти. Может быть, я наконец-таки еще ачивку сейчас сделаю. Ну, мне это не принципиально, но все равно. Давайте посмотрим, что тут за пушка вообще. Тут, я так понимаю, к ней патроны.
я и не буду ее пока тратить, потому что там очень мало у нее патронов. Пусть останется на черный день, скажем так. Туда, наверное, нет смысла идти. Я сейчас только сдохну, поэтому погнали туда. 4 хп у меня, пипец. Так, 7 уровень. Еще 2 уровня и босс. Ё-моё. Может быть, я потом патроны там докуплю и, может быть, оставлю там уже на битву с боссом. Так, ну ладно, туда мне уже не надо, в принципе. Блин, я вот хотел закупиться там, вот почему я хотел там. Я же не закупился вроде бы там. Посмотрим. Ну там, наверное, мало что я купить смогу. Только разве что патроны вот к моей пушке. Если они, конечно, вообще там будут. Пойдет, но заодно сука скупим их, и уже с боссом будет уже полегче драться. Хорошо. Ай, блин. Бомба бесит. Поедем на вагонетке. Ай, в смысле? Как? Блин, мои денежки. Как надеюсь, что они не исчезли? Не-не-не-не-не-не. Блин, опять откис. Ладно. Не пойму, какой правильный путь там. Что там тоже много есть, как бы. То есть, блин... Дай видео записать. Какое видео? Да ё-моё, меня опять убили. Ладно. Не страшно. Сейчас жарко стало. Я не знаю, есть ли смысл. Да блин, это так далеко ты пэхает всегда, пипец. Значит, там, видимо, продолжение у нас уровня идет. Э, а чё? Э, а как баг этот пофиксить? Блин, пипец. Там сундук забаговался. Ну ладно, я его никак не могу взять, к сожалению. Я бы рад, но не могу. Могу, может, конечно, что попробовать сделать. Может быть, коробочку сбросить на него. Попробовать. И на коробочке уже стоять и его открыть. Может быть, так получится.
Ай, блин, меня убило. Что еще здесь хотя бы после смерти заново не надо весь уровень проходить? Это был бы пипец. Значит, вот так вот сделаем. Надя все равно не хочет. Не хочет вдруг открываться, короче. Видимо, какой-то баг. Так бы он открылся. Погнали, короче, наверх. А, подожди. Ай, не, только не умирай. Да ё-моё! Так, давайте теперь этот. Еще купим патроны. Вот так. А, все, я типа максимум купил уже для этой пушки. Так, только, пожалуйста. Сейчас посмотрим, короче. Так, сюда, наверное. Ага, 19. Ну блин, это конечно мало, но возможно это типа бомбочек каких-то, поэтому в принципе нормально. Я это не буду тратить, я для босса это уже подставлю. Капец у зомбарей. Блин, мои денежки. А, меня убило. Видите, чисто зомбатрон пройти без смертей. Но это не думаю, что было бы прям сложно. Но довольно-таки проблематично. Или вообще уже не записывать завтра бонусную серию. Посмотрим, короче. А, больно. Ну все, по идее, уровень сейчас будет пройден. Вообще будет 8-й уровень. То есть посмотрим. Может быть, и запишу завтра бонус, но если время будет. Так, 8-й уровень. Миниган. Прикольно. Значит, это даже лучше, чем... Хочется однозначно на миниган собирать сейчас деньги. Особенно, знаете, особенно в финале, в последнем уровне, где уже босс будет. Я думаю, это ох, как сильно приходится. Да, сколько тут чит? Молодцы, молодцы, красавчики. Двадцать черепов, пипец. Блин.
Короче, я решил, что надо уже исправляться, а то уже второй раз забыл бонусную серию, записал, ну, забыл про рубрику, читал, забывать стал, раньше всегда помню. Скорее всего, я вместо той того пулемета это сделал. А, в смысле, не, назад. Куда? Куда? Вверх, вверх. Вроде идем довольно-таки быстро. А, больно. Пускай черепов, прям черепов, этих скелетиков. Прям много. А, значит, надо сначала там все прочекать. Раз там путь идет продолжение, значит, надо тут что-то прочекнуть. Ага, тут все закрыто, тут надо будет открывать это еще все. Ну ладно, найдем. Найдем и откроем. Блин, нет, сундук, стоп, я сундук пропустил. Блин, не могу я пропустить вот это вот все. Это, наверное, сейчас придется еще раз ту вагонетку звать. Ну а что, надо же проходить игру. Потом, я думаю, пройду сразу тоже всю серию игры Зомбатрон. Хотя не знаю, если оно по две серии так вот его делает, может, какую-нибудь другой, думаю, игру очередь давать. Я вот думаю. Ой, сдох нечаянно. Да не знаю, я просто пока нет особой идеи. Ну, есть еще, кстати, Red Ball, можно, правда, с Red Ball чередовать. Не знаю, посмотрим. Хотя вот он проходит, так уже все серию. Просто сейчас записываю там одну часть игры, потом все, я пройду уже. Второе будет не так интересно просто проходить, поэтому было бы хорошо это все чередовать, конечно. Ну ладно, короче, я уже потом решу. Блин, давайте, наверное, не буду пока тратить особо, я хочу именно на миниган сам брать. Потому что миниган — это тема. Особенно для финального босса, это прям реально тема. Поэтому лучше. Как-то мне, я думаю, пока. Чивочку сделал. Ой, там сундук. Давайте заберем. Сейчас, по идее, будет 9 уровень, потом финальный. Так, хорошо. Ну, превью-то у меня готово. Thank you.
стопе. Или же его дофиналить уже, да и все, и не мучиться. Там просто есть некоторый момент, я бы хотел... Ну все, нам на миниган хватает уже. Просто на следующем уровне мы, наверное, уже купим. Ого, монет много. Блин. Пипец. Ладно. Забрал, давайте там все проверим. Вдруг там, да, сундук там еще есть, не зря я вернулся. Отлично. Ну, то есть сундуки заберем, вот так и моба всех убьем. А ячейки тоже такое себе. Но если бы это делал на стриме, я бы, наверное, все это делал бы. И в конце как-то Симакои тоже. Но я говорю, я на стриме это вряд ли когда-нибудь буду делать. На стримах буду проходить более современные игры, такие как GTA, там Racing, Outlast, еще что-нибудь. Так, 9-й предпоследний уровень остался. Туда мы, наверное, потом позже попадем, я так думаю. А, и надо 7 сундуков найти. Ну, найдем. Так, закупаем миниган. Давайте на место вот этой штуки купим. Офигеть. Так, я его, короче, оставлю на битву с боссом. А пока буду так и такой пушкой пользоваться. Нам на финальном боссе, думаю, ох, как это пригодится. Вот сундук первый. Блин, нет, я уехал нечаянно. Так, там, по-моему, продолжение уровня. Надо сейчас туда вернуться, вон за вот этим сундуком, например. Надо сейчас еще будет вернуться. Ай, больно. Это было больно. Блин. Так, 16 денег, а я думаю, я, наверное, еще чуть-чуть успею патрошечков купить. Наверное, надо будет сейчас нам вернуться еще. Давайте его тут заберем в сундучело. Так, ну давайте попробуем там проехать. Там, видимо, продолжение уровня у нас сейчас будет. Не знаю, могу я сейчас прямо вот отсюда? Не-не-не, да, сейчас буду ХП отправить. Видимо, надо снизу это сделать. То есть вот отсюда. Сюда. И надо сразу вот как... Блин. А как? Погоди. С той стороны не получается. Ну, а значит, она вот отсюда, наверное, просто это сделаю, я думаю. И надо даже посмотреть, что коробочку так вот поставлю. И все. Есть, получилось. Так, вот коробки имба, без этой коробочки я бы сейчас не запрыгнул.
Жму. Так, нормально, запись идет. О. Офигеть! Как я так эпично сдох. Только не упади, нет! Я тупой. Тут вот это надо было сделать. Давайте у нас закупимся, в принципе, патронами. Так, у меня же... Офигеть. Ну все, короче, в битве с боссом я полностью готов. Минигана мне, мне кажется, подавно хватит. Назад. Надо там проверить сундуки, во-первых. Во-первых, где-то два сундука еще. Один, я предполагаю, где-то здесь будет, да. Один там, да. Сундуки, да, сундуки, оно интересно подпирать. Ё-моё. Отлично. Все, сундуки я нашел, бочки взорвал. Ну. Ай, убили. Что так далеко? Ну ладно, я это не без смертей прохожу, для меня это не принципиально. Вот было бы прикольно без смертей пройти. Все, поднимаемся наверх. Все, ребят, финальный босс сейчас будет. Фух. По идее, это же 10 уровень у нас. О, насколько патрончиков? 500. Ну все, говорю, к боссу, к битве с боссом я готова однозначно. Во. А! Блин, офигеть. Даже с миниганом это непросто. Я что-то ожидал, что это будет какая-нибудь жирная зомбя. Thank you.
Ой, а такое место нашего, ребята, чисто вот вам лайфхак. А, только попробую выбраться еще отсюда. Ну ладно, выбраться на другой стороне выберусь. Вот как бы и все, ребят. На самом деле, не вот такой уже сложный босс на самом-то деле. Не такой уже и сложный. Хотя, на самом деле, было бы логичнее, если бы это было как бы жирная зомби. То есть, а это какой-то монстр непонятный, то есть, это не совсем, конечно. Просто так осталось по мелочи вот этих врагов всех подобить. Хотя, видите, даже с миниганом это сложно. Вот насколько сколько вот надо под пистолетных патронов, интересно, потратить. А, ну там, наверное, можно было камень на него скинуть. Но это, наверное, все делается, все, чтобы, например, этот... Чтобы за 80 выстрелов, типа, это сделать. Но, говорю, это будет безумно сложно. Я не буду мучить такой челлендж. Так, все, уровень почти пройден. О, тебе знакомая машина. По идее, все, сюжет я прошел. Битвичец 90, коин собран 1043. Все получается, игру я прошел, вот такой вот сюжет, но здесь особо сюжета как бы и нету. Давайте поглядим в итоге, сколько мы ачивок не сделали. Но получается, вот тут на пятом уровне вообще ни одной не сделал. То есть в итоге сколько там, 3-4 ачивки, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ачивок что ли. Еще раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, да, 12. В общем, это все. На этом выпуск подошел к концу. Это было такое прикольное прохождение. В следующих роликах, наверное, будет приходить сами другую часть патрона. На этом все. Всем удачи и пока.